Добрый день. Сегодня у нас прошло важное для нашего университета и для лицея финансового университета мероприятие. Сегодня мы подписали соглашение о дружбе, о сотрудничестве с школой номер один, которая находится в китайском городе Циндао. Надо сказать, что наш университет в целом очень большое внимание уделяет развитию российско-китайского сотрудничества, потому что это сейчас важные векторы нашей государственной политики, экономической, торговой политики. И мы хотим, чтобы наши будущие выпускники понимали страну, язык, культуру, особенности развития международных экономических отношений с этим регионом. Традиционно у нас реализуется много программ обмена с китайскими вузами. Но вот на уровне школы, на уровне лицея это первое такое соглашение, первая такая инициатива, которая даст нам в будущем возможность и для наших школьников, лицеистов организовать обмены с Китаем. Считаю, что это очень важно, что это очень интересно, что это очень нужно. Сегодня со стороны Китая присутствовали представители и школы, и департамента образования их региона. И все отмечали большую важность организации таких обменов, поддержки сотрудничества между нашими странами. Очень верим, что это мероприятие – новый шаг в развитии российско-китайского сотрудничества нашего университета.